Всем привет, с вами снова Лявок Фалкон. И сегодня я буду походить в Mortal Kombat 11 башню смертельное пиво, посвященную Дню Благодарения. И сегодня я буду жмырлю, ну что ж, погнали. А перед самым я вас попрошу поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шипали его в ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Первый бой у нас против Терминатора. Погнали! Милина против Терминатора. Ты не боишься? Чтобы напугать меня, необходимо нечто большее, чем просто киборг. Что еще необходимо? Погнали! Но это ему не поможет, наверное. Get over here. Так, победа за мной. Так, фаталити. Все, что делаем мы с вами. И тут получается по одному раунду всего. Так что башня, скорее всего, будет убыстовой. Fatality. Милина wins. Первый раунд из четырех пройден. На очереди у нас бой против Джонни Кейджа. Поехали! Бабака и китаны немного пошалили. Такая сейчас невозможно земной отроди. Было бы желание, аж способ найдется. Погнали. Милина против Джонни Кейджа. Джонни Кейдж ваш велипел. Но сейчас я его пройду с первой попытки. Тактически я его все-таки сумел перенаебывать. Финиши.
Melina wins. Половина пути позади. Осталось еще два боя. Вопрос, сколько на них я потрачу времени. Ночь декана. Мелина. Погнали. Будет весело. Ну что, я же интригован, ты и Таня. Назови священную Кана, я должна отомстить за нее. За то, что это лично делаешь ему дополнительную плату. Я даже понял, дружинки, это был посложнее, так, не ошибаться. И тут бой уже мной. Остался лишь последний бой. Где же, кто же там будет? Фоликом тут я неплохо получаю. И тут у нас бой будет против Балаки. Мелина. Погнали. Тавакатан против полу Тавакатана. Ну клик на войне против императора. И вечно кованец в моей чешле. Лучше быть полнёвым китаном, чем рабом Шао Кана. Погнали. Дофига у него, конечно, здоровья. Ладно, все попытки выиграл. Еще две попытки, и все почему материала.
Погнали. Обидно сейчас получилось. Бля, попробуй и чё вашему материалу. Шанши лезть, понял, Павака. Шанши лезть. Сильно помогло. А нам придется 20 с материалами. Балака слишком силен. Осколок берем. Отрубленную руку. И чтобы нам голубую, чтобы помочь. Вот, вот так вот. Поехали. Так, ну да, у меня все так плохо ходит в Балаке. Я бы хотел бы тоже во ходу.
и кстати, мне удается пройти. Но с материалами было трудно. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока.